Так, тут ситуація произошла. Ситуація. Молодой чоловік виловив два вінка і не знає. Виски мав ваше вінок, ваш вінок? Я його не запускав. От у него вибросив, так. Що це означає? Все. Не вийшло. Ваш вінок хороший. Ви просто хочете піску в спрощені програми. Ми просто йшли і вибралися. Ви хочете між собою... Щоб у вас було щось дуже тісне стосунок. Ви маєте зараз вирішити, якщо ви цей вінок покладете йому на голову, то ви даєте йому відповідь «Так, я хочу бути твоєю на все життя». Якщо ви кладете собі на голову, ви йому дякуєте, але ви сьогодні поки що зубу даєте. Але можна піти віночок відпустити. Ладно, це тренувати. Добре. Покажіть, що ви один одного приймаєте та любите, так? Не виходить. Добре. Добре. Ура! Ура! Да. Тут у нас казус был, подошел молодой человек, выловил два вінка и говорит, я тоже хочу жениться. Но его спрашивают, а где твоя девушка? А он говорит, не знаю, вот два вінка воды поймал, а где девушки, не знаю. Ну, то есть он подумал, что, в общем-то... Не сказали, я взял. Не сказали, я взял, каже. Каже, хочу девушку, мне сказали, я взял. Залез в воду, взял. Взял два венка и говорит, вот хочу невесту. Давайте, где невеста? А где ваша невеста? Я не знаю. Два венка поймал и все. Мы сказали, ищи. Ну, он тогда с такого взял и выбросил, в общем-то, это не эти два венка. А вот еще, наверное, какой-то тоже ищет венок, и потом будет искать невесту. Ну, в общем, свято было тоже цікаво и очень интересно. Сейчас народ потихонечку идет, чтобы прыгать через костер. То есть вот те пары, которые здесь... были благословлены, благословение получили. Сейчас они пойдут его закреплять через огонь. А, то есть они, взявшись за руки, вместе будут прыгать через костер для того, чтобы скрепить свои узы. Узы или узы, неважно. В общем, мы идем сейчас от Днепра и идем к костру, где будут потенциальные жених и невеста прыгать и закреплять свой выбор. Вот одна из пар у нас здесь. Одна, вторая пара. Вот сейчас они будут прыгать. Сначала пары, да, а потом можно... Да, продолжается процесс сейчас. Сейчас те пары, которые... Вика, слава! Сейчас будет процесс, то есть те пары, которые были благословлены, они будут прыгать через костер для того, чтобы закрепить свои узы. И после того, когда отпрыгают пары, могут прыгать уже и... Вот первая пара! Да. Также можно будет и прыгать и мужчинам поодиночку тоже. Надо прыгать хорошо, чтобы в костер не попасть. Вот. Замечательно. Что, пойдем попрыгаем? Пойдем попрыгаем, мы сейчас пойдем прыгаем тоже.